Команда юных баскетболистов впервые испытывает современное покрытие нового зала. Пока они еще только грезят о большом спортивном будущем. А вот мечта о том, чтобы в районе появилась хорошая тренировочная база, сбылась. На открытии спорткомплекса «Маяк» люди пришли семьями со всей рабочей безымянки. По поводу спорткомплекса, мы давно ждали, что он откроется, потому что видели, как он строился с самого начала. И очень рады, что он все-таки открылся. Хотелось бы посмотреть полностью его, и бассейн, и, конечно, поплавать. Символический ключ руководству комплекса вручил губернатор. Это новый стандарт абсолютно для спортивных объектов, когда под одной крышей, в одном холле сразу несколько спортивных залов. И, конечно, это дополнительное огромное удобство для жителей, которые живут недалеко от этой территории. Это уже третий в регионе и пока второй в Самаре спортивный комплекс типа «Тройка». В арсенале универсальный зал для игровых видов спорта. Два бассейна, каток со льдом олимпийского качества. Во дворе футбольный стадион с искусственным покрытием. База соответствует всем необходимым требованиям для развития тех видов спорта, которые здесь предусмотрены. Это игровые виды спорта, это плавание, это в случае ледовой хоккейной коробки, это хоккей, фигурное катание. Спорткомплекс «Маяк» находится в шаговой доступности от крупнейших промышленных предприятий и прилегающих к ним городских кварталов. У заводских команд теперь есть где ставить не только производственные рекорды. Всего 5 минут ходьбы до станции метро и 1 минута до конечной остановки трамвая. Спорткомплекс «Маяк» находится в хорошей транспортной доступности для всех жителей Самары. А уже в ближайшие годы подобные объекты будут построены в каждом районе города. Олег Зверев, Максим Гусев. События.